3600 орловских школьников не посещают занятия в областном центре. Заболели. Простуда – причина для беспокойства, отметил во вторник на планерке в мэрии начальник управления образования Орла Александр Шатохин. На сегодняшний день этот цифр составляет 1,2% от общего количества учащихся. Сегодня мы вынуждены были закрыть две школы большие, это 12 и 13, конечно, по согласованию с Роспотребнадзором. И кроме того, у нас в городе еще 16 общеобразовательных учреждений не обучаются по этой причине ОРВИ 82 класса. По информации эпидемиологического отдела управления Роспотребнадзора по Орловской области, к вечеру 4 февраля на карантин дополнительно не ушла ни одна из городских школ.